Здорово, дружище! Сегодня у нас битва замков. Меня зовут Князь. Вы на канале Князь. Нет, меня зовут Саша, но не суть, короче. А вообще я вас обманул. Сегодня не битва замков. Да вы и могли понять, елки-палки. Вы ж могли прочитать просто название. Название данного видео могли прочитать и понять, что я вам сегодня приоткрою маленькую, но интересную завесу тайны. У нас сегодня такой лайтовый, надеюсь, позитивный, а может быть и нет видос. Но тем не менее, поставь свой большой царский замковладельческий лайк. Напиши комментарий. Короче, если пишешь комментарий, то смотри, чтобы там было больше 4 слов. Лучше 5-6, потому что YouTube очень хитрит. Его не проведешь. И если... Раньше он как бы мне какие-то все комментарии показывал, то теперь я, к примеру, вижу у видоса комментариев 100, а отображается мне для прочтения 50. То есть те комментарии, которые то ли маленькие, то ли там мат, то ли еще что-то, он мне даже не отображает. Раньше я мог это посмотреть, раньше это отправлялось на проверку. Короче, YouTube перестал воспринимать короткие комментарии. Это прям какая-то полная жесть, все на YouTube меняется, и мы за этим не поспеваем. Но, тем не менее, не забывай подписываться. Дело в том... Что? Я вчера сидел ночью и не мог лечь спать по некоторым причинам, не расскажу по каким, может быть завтра узнаете, и видео выйдет часов в 12, но не суть. И мне надо было кое-чего ждать. И я ждал, думал, чем заняться, и как бы такой, дай-ка гляну вообще, а чё, сколько я заработал на своих самых популярных видео. И я вам скажу так, где-то я удивился, что, ёлки-палки, а чё так много, а где-то я удивился, ёлки-палки, а чё так мало, так что давай. Давай, блин, расчехляй пельмешки, усаживайся поудобнее. Вам же всем интересно, да, там, подсчет чужих денег, вот это вот все постоянно там на стримах вопросы, сколько ты зарабатываешь. Я вам скажу так, я зарабатываю недостаточно. Хотя, знаете, человек это такое мразотное существо, сколько бы он не зарабатывал бы, этого всего всегда будет недостаточно. Вот скажу я вам честно, вот неважно, бывало я в жизни зарабатывал очень мало, бывало зарабатывал очень много, и мне всегда на что-то не хватало. Это прям правило жизни. Ну, сейчас, конечно, хотелось бы больше зарабатывать. Вы видите мои просмотры, все очень грустно. Но ничего, мы прорвемся. Мы прорвемся и не будем расслабляться. Так что такие вот дела. И да, стримы каждый вечер в 9-10 вечера. Так что приходите, буду рад вас видеть. Смотрите, у меня на канале что есть? У меня есть тут такая вкладочка. Вот тут все видео, а есть популярные. И они должны у вас тоже отображаться, ребята. Вот, и просто заходите, смотрите популярные видосы. Ну, популярны они были когда? Когда была битва замков популярная. Да, некоторые видосы стреляли и набирали нормально так просмотров. И получается, что, как бы, видите, 384 тысячи, 209. Есть еще одно видео 300 тысяч, но я его удалил. Это была реклама Lords Mobile. У меня были подозрения, что его просто каким-то образом накрутили нечестно. Я посчитал, что накрученное видео не должно быть у меня на канале, и потому я его удалил. А на самом деле надо было хотя бы его скачать. Именно там, этот момент, там, где жена меня била, короче, сковородкой. Вот именно там. Вот вы попытаетесь найти, но не найдете. Оно удалено. И не потому, что сковородка. Я как бы сам это хотел. Типа, ударь меня сковородкой! Но... Просто там была, как я понял, накрутка. И по этой причине все так произошло. От греха подальше удалил. Ладно, переходим в популярные видосы. Давайте сегодня разберем 7 топовых видосов на моем канале. Они, конечно же, не знаю, к счастью или к сожалению, посвящены именно битве замков. Но мы можем зайти на каждое видео и посмотреть, сколько оно принесло мне бабулесиков. Так что смотрим видео до конца, расслабляемся, считаем чужие деньги. Почему 7 видосов? Я не знаю, я думал 10, но 10 это слишком долго, так как вы знаете, что я люблю побалаболить. А 7 это такое счастливое число. Потому, смотрите, топ-7 видосов самых популярных у Князя на канале Князь. Так, битва замков. 292 видос. Бочка 10.10, недообзор. Снято 4 года назад, ребята. 4 года назад это видео снято. Переходим на него. О боже, посмотрите.
супер-мега-пупер-пупер-пупер. Вот, наверное, многие там в комментариях написали, что я был пьяный, но нет, я был трезвый. Это была ночь после работы, снимал. 14 ноября 2015 года, 158 тысяч просмотров. Сколько же я заработал? Кстати, некоторые видосы я даже не знаю, сколько я заработал. Жмем кнопку «Посмотреть аналитику», друзья. О, у нас тут Владинг написал: самый подходящий талант для бочки — Ремка 5,5. Если у вас есть выбор, кому поставить Ремку, Аресу или бочки, ставьте бочки. Кстати, Владинг у меня когда-то был в гильдии. Это старый сагильдиец. Посмотрите аналитику. Но сейчас, как я понимаю, он уже давно не играет в игру. Так, ребята, аналитика. Он тут показывает, сколько я заработал на этом видосе за последние 28 дней. То есть 8 центов я заработал. А что мы делаем? Мы берем и делаем с момента загрузки. А с момента загрузки, да, смотри, доход с момента загрузки 11 евро и 23 цента. Ёлки-палки. А, слушай, видишь, в чем прикол? Проблема заключается в том, что... Проблема заключается в том, что у меня прям во время видео приходит дочка. Солнышко, я поиграю с твоей куклой Эльзой, как только я закончу записывать видео. Давай. И мы ей оденем сапоги. Красивые сапоги оденем на твою куклу. Без проблем. Вот так вот, ребята, дела решаются у серьезного мужика. После записи этого видео пойду одевать сапоги на куклу Эльзы. Вот так вот, ребятушки. Да, проблема тут заключается в том, что видео записано давно. И видите, здесь участок отсутствует, заработка. Это все связано с тем, что... тогда у меня была другая партнерская программа, а потом в июле 2016 я перешел уже именно на прямую партнерку с YouTube, потому вот прошлых данных нету. Что тут еще есть интересного? Ну вот в принципе больше такого ничего. Удержание аудитории 37%, 4 минуты средний просмотр. Это видео принесло 200 подписчиков. Ну, окей. Ну, оно даже в плюс ушло, прикиньте. Идем дальше, ребзя. Идем дальше. Так, где у нас тут популярное видео? Эй! Стоять! Господи, господи. Как это все страшно выглядит. Дальше. Топ-7 видео принесло, по сути, 10 евро, но на самом деле больше. Теперь смотрим. Видос. 2 года назад. Битва замков. 730-е видео. 3 легенды за один клик. Это видео длится 5 минут, и я предполагаю, что, грубо говоря, я на нем ничего не заработал. Давай, кликаем на него. Я возьму, типа, открыть ссылку в новой вкладке, давайте. Опа! Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, сегодня у нас битва. У меня уже такой, знаешь, новый микрофон. Посмотреть аналитику, 4500 лайков, SBM Castle Clash. Поставь свой голос на моменте, где упало 3 легенды, как звук доната на стриме, будет круто. Кто за? Слушай, а где мне эти 3 легенды упали? Вот, давай посмотрим. Эпичный момент. Ебать! Бля! Ой, ребятки, извиняюсь, просто не сдержал. В то время это было огромнейшей редкостью, чтобы упало 3 героя. Я предполагаю, в то время даже хранитель был очень крутым и полезным героем. Сейчас я заметил, что очень часто падает по 3 героя. А тогда вот это вот в первый раз. Вот такая вот у нас история канала. Смотрим аналитику. Конечно же, там очень маленький доход, ребзи. Ага, за последние 28 дней я заработал 7 центов. А за все время я заработал 31 евро, ребята. 31 евро. Принесло мне это видео типа 96 подписчиков. 57% удержания аудитории. Средний просмотр 3, ребятушки, минуты. Ну что, идем дальше. Это у нас было топ-6 видео. Теперь переходим. 3 года назад видео снято. Битва замков. 469 выпуск. Слит аккаунт. Как восстановить? Ой, тогда жесткая была история. Это гильдия Таркс 2, если не ошибаюсь. Вот единственное, что подзабыл ник игрока, но я с ним даже встречался на встрече игроков
битвы замков, и вообще там с ребятами Starx 2 встречался, вот классные ребята, мужики, и это видео было посвящено тому, что через гостевой аккаунт слили героев. Объясните. И я тут, короче, сильно бомбил. И я не знаю, за счет моей бомбежки или нет, какой-то протекции, но тогда аккаунт восстановили. Тогда восстановили, вернули героев. Если не ошибаюсь, даже все закончилось реально очень хорошо. Сейчас, конечно, можете мне не писать по поводу восстановления аккаунтов. Пишите сразу в техподдержку, потому что как бы я могу хоть тут 5 видосов записать с бомбежкой. Это абсолютно ничего не меняет. Но тогда это что-то изменило. Тогда это было еще возможно. Вот, время идет, как бы вещи меняются. 5000 лайков, 176 тысяч просмотров. 888 комментариев, друзья. Для тех, кто не в курсе, 1 200 000 самоцветов — это 150 тысяч рублей. И эта сумма, понимаете, 1 200 000 самоцветов, 150 тысяч рублей, 3 года назад это считался крутым, серьезнейшим донатом. А сейчас это просто, блин, 1 200 000 самоцветов. Ну что это? Знаешь, там у некоторых уже квартиры вложены. У меня в раз, не знаю, 7 больше вложено в аккаунт. И, типа, камон, что это? Это разве донат? Это разве донат, ребята, понимаете? Написал Александр Невский. О, божечки, прям тот, наверное, типа, вот так вот. Вот так вот, знаете? Посмотреть аналитику. Ай, стой, я лоханулся. Объясните, давай, пожалуйста, вашу логику. Вашу логику объясните, сволочи. Мы знаете, что сделаем? Мы просто возьмем это в новой вкладке. Открыть в новой вкладке. Объясните, пожалуйста, вашу логику. Это можно слушать вечно. Ну-ка, давай. Доход. Последние 28 дней. 46 центов мне это видео принесло. И с момента загрузки... Это видео мне принесло 34 евро, ребятушки. 176 тысяч просмотров, 34 евро. Знаете, мне что-то грустно становится. А что так? Ну реально, это мало, это мало. Это, ребятушки, мало. Причем вы дальше поймете, что как бы одно видео очень много денег приносит, а другое видео вообще ничего не приносит. Это все очень странно. Очень странно. Удержание вообще 20% только. Ну, хотя сейчас-то понятно, что удержание, да, человек заходит на это видео, оно записано там непонятно когда, и человек одупляет, что это было очень давно, и его выключают, что как бы оно уже не актуально, да. Окей, окей, ребята, 187 подписчиков это видео принесло. Идем дальше. Видео у нас уже топ-4, мы медленно и упорно перешли к видео топ-4, адский роллинг. Вот знаешь, ты выпускаешь видосы, и ты не знаешь, какое видео стрельнет. Ну, по крайней мере, тогда я не знал, какое видео стрельнет и какое видео наберет просмотры. И как бы просто неожиданные какие-то видосы брали и стреляли. Вот, к примеру, как здесь, просто обзор одержимого. Просто обзор одержимого, 118 тысяч просмотров. Ну, это круто, это круто. Ладно. Адский роллинг. Открыть в новой вкладке. 196 тысяч просмотров, друзья. 196 тысяч просмотров. Итак, приветствую вас, друзья. Меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ. О, это видео я еще снимал на кухне. Если черный фон у видоса, это я, значит, снимал на кухне. Тогда жили в однокомнатной квартире, снимали у друга. Вот, и уже дочка родилась. Меня, в принципе, не парит, мне не надо много места, я спокойно могу, там, знаешь, и в однокомнатной квартире жить, но потом появилась дочка, потом появился YouTube, точнее, сразу, ну, появился YouTube, потом появилась дочка, и как бы ты стал понимать, что, блин, а надо намного больше места, и не две комнаты, а как минимум три, потому что для YouTube у тебя уходит, по сути, целая комната под студию. Это, короче, это такой серьезнейший ужас, я вам скажу. Почти 200 тысяч просмотров, 780 комментариев, 6, почти 7 тысяч лайков и 554 дизлайка. За что? Просто же, просто роллинг. Хотя у меня бывали роллинги, когда я типа делал так, что я, мол, не хочу, чтобы подписчикам выпадали герои. Я такой, фу, выпал герой, и многие из-за этого бомбили.
Я уже хотел закрывать видос, а он говорит, куда пошел. 2019 год, вангую. Аресами и черепами свали никого не удивишь. Появится Вальтор, которого побьет Некроз, а того Огнекрыла, а его Зефирик будут питомцы судьбы, просветы, рекорд силы будет 2. А, это типа чувак такой, знаешь, мол, будущее предсказал, а на самом деле он просто 5 месяцев назад комментарий оставил. Вот сейчас, знаете, вот, к примеру, No Money, No Party, точнее, правильно говорить No Money, No Honey, мне одна афроамериканка, моя подруга в Германии об этом рассказала, вот. Но не в том смысле, о котором вы подумали. Мы с ней хорошо дружили и тусовались вместе. А, смотрите, фишечка заключается в том, что теоретически он может зайти на этот комментарий, изменить его и предсказать типа будущее, предсказать 2019 год. И все, и не подкопаешься. Давай, смотрим аналитику. Все самое интересное еще впереди. Посмотреть аналитику. За последние 28 дней я заработал 30 центов. Ай. Так, а за все время 64 евро, друзья. Вот это уже серьезно. Хотя 200 тысяч просмотров. Серьезно, 200 тысяч просмотров, друзья. Ну, не так много, как хотелось бы, согласитесь, да? 200 тысяч просмотров. У-ху! Но нет, ребят. Идем дальше. Топ-3 видео. Мы дошли до топ-3 видео. Битва замков. Дождь из легендарок. Записано это видео 3 года назад. Смотрим. Страшный самурай готов своим мечом покарать тысячи и тысячи полчищ врагов и демонов, а после... Заплатите Ведьмаку чеканной монетой! Кто посмотрел Ведьмака, прямо отдельно ставьте лайк и пишите об этом в комментариях, потому что я вот вчера ночью в 6 утра закончил смотреть первый сезон, и скажу я вам честно, что... Ну, блин, нет ощущения, что закончили, типа, сезон. Вот нет ощущения, такое чувство, как будто, ну, типа, полсезона посмотрел, и дальше должны идти серии, но нет, ждать целый год. Ладно, 198 тысяч просмотров, друзья, 6 тысяч лайков, 249 дизлайков. Хабиб Шамхалов, 3 года назад, комментарий. Я умею копить, но стоит мне один раз что-то потратить, и потом понеслась. Ладненько, давайте смотрим, что у нас по аналитике. Посмотреть аналитику. Напомню, 200 тысяч просмотров. За последний месяц я заработал 18 центов, минус один подписчик. Ну, как бы видите, да, типа, удержание все падает. Давай, за все время, с момента загрузки, за все время доход. 34 евро за 197 тысяч просмотров. YouTube, ты серьезно? Ну, ты серьезно? Ну, это ж не по-братски. Ну, это вообще как бы не по-братски. Это, ну, удержание хорошее, 53. Да. Слушай, печаль, беда. Ну, что делать? Ну, как бы, да, 200 тысяч просмотров, 34 евро. Ладно. Но это фигня, вы сейчас тоже приколитесь. Идем дальше, друзья. Легендарное видео, которое вот что-что, я не мог представить, что оно наберет 209 тысяч просмотров. Если еще кто-то смотрит тунца, то он как бы уже не актуален, переходите на яйцо. С тунца на яйцо, а тунец с яйцом смешать, майонезиком залить, муа! Мама, Вилеля Куба будет, давай, ладно. 209 тысяч просмотров, записанное видео, елки-палки, 2 года назад. Вот тут я не ожидал, что будет такая популярность, в особенности у первого видео. Князь ТВ начинает заново играть. Хе. Туру требуется. Я попробовал сделать еще одно видео с таким названием, но оно нифига просмотров не набрало. Ну и как бы битва замков уже не такая популярная. Диктатура, помним. Диктатура в наших сердцах. Так, 11 тысяч лайков и 255 дизлайков, 209 тысяч просмотров, друзья. Вы только представьте, как я прирекламировал этот сраный VGamers. Ну ладно, что у нас получается? Да, я тут конкретно рекламировал VGamers. Эх, как вам идея? 106 ответов, 649 лайков только под моим комментом. Как вам идея? Кто с 2019-го и помнит заставку, диктатуру и прошлое оформление, лайк? Белый, 2 года назад. А еще помню, когда книг не было, героев в бою качали, потом ареса добавили. Эх, были времена, да, дружище, были. Были времена когда-то. Ну что, давайте уже посмотрим. Это топ-2 популярного видоса у меня на канале.
посмотреть аналитику, посмотрим, сколько же я там заработал. Точнее, блин, опять... Туру требуются активные игроки от 200. Опять я неправильно сделал. Вот так вот делаем. Открыть в новой вкладке. Открыть ссылку в новом... Да, в новой вкладке. Я красавчик. Слушай, я ожидал, что это видео будет реально... Друзья... 10 минут, а оно у нас уже длится 20 минут. Ужас какой. И вот я не умею короткие видео записывать. Интересно, есть вообще кто до конца досмотрел? Потому что, наверное, многие уже отключили видео, но они как бы... Они не узнают тех невероятных сумм, которые я заработал за последние, ну, самые популярные два видоса. Ладно, за последний месяц, за последние 28 дней я заработал евро и 5 центов. Далее. И смотри, 1300 просмотров он набрал за месяц, плюс 5 подписчиков. На самом деле, как бы, ну ладно. С момента загрузки за все время плюс 454 подписчиков, и за все время я заработал 71 евро, друзья. 208 тысяч просмотров, но я бы не сказал бы, что это очень круто. Слушайте, у меня вроде были какие-то видосы, находил там, где больше 100 было. Ну ладно, ладно. Окей, идем дальше, друзья. И мы переходим к самому популярному видео на моем канале. 384 тысячи просмотров. Я не знаю, я еще когда-нибудь в жизни увижу, чтобы я записал видео, оно столько просмотров набрало или нет. Но, тем не менее, невероятный роллинг на... Сколько? На сколько? Череп. На 60 тысяч накопленных самоцветов. Мега удача, битва замков, Castle Clash, 15 тысяч лайков. Да, в те времена люди умели ставить лайки. И это необычный был роллинг, на аккаунте не везет. Кстати, есть еще видосы с этим аккаунтом, там я ему еще как минимум два раза ролил. Последнее видео вообще просмотров не набрало, это был последний, кстати, роллинг на его аккаунте. Но не суть. Короче, 15 тысяч лайков, 510 дизлайков, 760 комментариев. Кто с 2019 года? О, ответило 47 человек. Лайки поставишь, и тебе тоже так повезет, как и тому пацану. То чувство, когда рад за другого человека. Короче, видать, получилось очень доброе и хорошее видео. Душегуб, Купидон и еще все магазины. Слушай, вот это видео я уже записывал, походу, вот в этой квартире, когда я только-только переехал, у меня не было нормального освещения. Видите, что, ну, хромакей работает, но лицо как-то странно подсвечено, да? То есть, ну, потому что подсвечивал лампами. Подсвечивал лампами, короче, и хромакей ужасный был. Но выкручивался, ребята, выкручивался как мог, старался, чтобы все у вас качественно было, понимаете? Все качественно. Ладно, ну что, посмотреть аналитику данного видео, давайте. 6 евро я заработал. Понимаете, это, походу, единственное видео, которое просто существует и продолжает меня обогащать. За последние 28 дней я заработал 6 евро на этом видосе, ребятушки. Он, кстати, набрал еще плюсом 3009. Вот, понимаете, оно за месяц набирает больше просмотров, чем некоторые мои видосы сейчас. Жесть, правда? Теперь берем и выставляем с момента загрузки. Сейчас вы офигеете. 301 евро. Это видео абсолютный рекордсмен. 301 евро, друзья. Оно заработало. 301, ребятушки, евро. Так, расчетный доход. Ой, смотрите, в день публикации я заработал 12 евро. Прикиньте с него. 381 тысяча просмотров, 301 евро. Плюсом дало мне 2200 подписчиков. Короче, ну вот, не знаю, будут ли у меня когда-нибудь еще на канале такие видосы или нет. Ну что, какой тут вывод можно сделать? Не знаю, какие-то видосы до сих пор смотрят, какие-то нет, какие-то видосы
несмотря на огромнейшее количество просмотров и положительные оценки, вообще никаким образом не зарабатывает. Ну, камон, когда 200 тысяч просмотров на видосе, а у тебя заработок с него 30 евро, ну, скажем так, странно, да, ребятушки? Я, конечно же, не зажрался, но все-таки ты время тратишь, труд тратишь, не спишь, в чем-то отказываешь, а потом вот, вот так вот тебе. А какое-то видео просто вот так вот бабулес течет рукой, оно просто пассивно, пассивно принесло 301 евро. Конечно, это уже прошло сколько? Больше, чем 2 года. Но все равно это очень круто. Типа по 150 евро в год оно приносит. По 150, 6 евро в месяц. Просто с нифига 6 евро в месяц. И это круто, ребята. Я очень рад, что хоть одно такое видео есть. Короче, сегодня я вам открыл маленькую завесу тайны. Мне было просто самому интересно. Я подумал, что и вам будет интересно. Я вчера посидел, покопался на разных видосах. Вот, и удивлялся тоже, почему популярные видосы так мало приносили денег сравнительно, да, а потом захожу на это видео, и просто у меня шары в потолок полетели, типа, за месяц 6 евро принесло, за все время 301 евро, это на самом деле, ну, невероятная сумма, ну, по крайней мере, для моего канала это невероятная сумма. Кто досмотрел до конца, огромнейшее вам спасибо. Сегодня у нас такое лайтовое видео, даже можно сказать ностальгическое. Если кому-то понравилось, я буду чрезвычайно рад. Пожелаю вам огромнейшей удачи и всем пока, друзья.